Всем привет, слушайте, да это дурной сон какой-то, прошла тут информация буквально вот сегодня утром на нее напоролся о том, что в Москве решили проблему с доступным жильем, и я поначалу, если честно, подумал, что это просто какая-то шутка, но до 1 апреля далеко, суть какая, начали строить квартиры маленького метража, чтобы их могли покупать люди, у которых не очень большой достаток. Сейчас вы узнаете, о каком маленьком метраже идет речь. Ребят, 11 квадратных метров. Квартира в 11 квадратных метров. Вы можете себе представить, я думаю, что в реальной журналистике я обязательно эту тему затрону еще раз, обязательно покажу ВГТРКшников, пропагандистов, которые с большой радостью, с большим удовольствием об этом говорят. Просто потерпите. Реальная журналистика выйдет либо сегодня вечером, либо завтра утром. Я не знаю, мы пока переделываем студию, но да бог с ним. Вообще, это дурной сон какой-то вот на самом деле. Осталось, я не знаю, что-то вроде собачьих будок может быть строить, может быть переселять тех же москвичей, да, у которых не очень хорошо все с деньгами, которые не могут себе позволить купить нормальную квартиру нормального метража, в коробке из-под телевизора, из-под холодильника. Ну, живут же в некоторых странах, там особо одаренные. Повторюсь, я долго ржал, и об этом чуть подробнее, и очень скоро. А вам хорошего дня.